И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик, и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацаны, помахайте привет. Ярик, а ты можешь поздороваться? Красавчик. Ну что, давно у нас не было рубрики «Аниматроники гоняются за нами». Все просили, и держите. И, кстати, Ярик будет спамнить аниматроников, так что, Ярик, я надеюсь, ты удивишь сегодня людей. Если убьете, кушайте, приятного аппетита, укводнюха, с днем рождения. Давай, Ярик, я на тебя надеюсь. Моя новая фишка канала. Давай, 11 NPC я поставил ограничение, так что можешь 11 штук сразу и ставить. Или давай меньше для начала, потом больше будет. Так, давайте я для начала 5 штук. Разомнемся на Фокси. Давай, 5 штучек ставь. О, что-то они... А, это, кстати, они стрёмно здесь бегают как-то по воздуху. Они и по деревьям лазят. Или не лазят? Или не Фокси лазят. Для начала. А чё они такие слабые, Ярик? Так, сейчас других поставим. Это плохие, давай жестче. Только не в нас. Я поставлю чипы. Вот, это уже поярче вариант. Во, все, они нормально начинают бегать. Кстати, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Вот играет 7 человек. Еще даже один может зайти. Так что заходите и играйте. Ты говоришь, как будто это стрим. Я знаю. А, и, кстати, еще хотел сказать, что ставьте лайкосик и подписывайтесь на канал. Вот-вот я пиарщик. Что-то, Ярик, слабый у тебя NPC-шки. Я думал, ты будешь жестче ставить. Жестче? Конечно. Хорошо, тогда давайте две марионетки. Ага, я вспомнил, мне надо в машину. Да не даже тут радио играет, надо радио удалить. Не, давайте все-таки повыживаем, проверим, я протяну долго или нет. Давайте, четыре марионетки, кто выживет? Давай. А вот я вижу, один подписчик сейчас умрет, смотри. Бегает кругами вокруг машины. Не, за мной это не надо. Специально мне. Там ты уже за тобой марионетка. Не, она за мной не бегает, у меня нет скримера на лице. Вот говно, она обманула меня. Да, Ярик, это ты команду какую-то специальную прописал и меня убил. Да ё-моё, я хотел двери им открыть, а они меня кусают сразу. О, они, короче, хотят в хату зайти. Тут тепло, там холодно. Кто прячется? Давай выходи. Кто-то прячется, короче, в этом. Я тоже прячусь. Но я боюсь, если я открою дверь, они меня убьют. В принципе, что и произошло. Так, сейчас, наверное, будем увеличивать ставки. Сломали. Это их кто-то удалил, наверное. Смотри, мочат меня. Вот они это жесть. Они сломали. Так они мочат меня постоянно, надо улететь куда-нибудь. Давайте отсюда начнем. Ярик, давай, короче, я чуть-чуть больше сделаю. Не, давай я поставлю парочку от себя. Вот, мне кажется, вот надо с этого пака поставить. Давайте вот этого поставим, челика. Во, начинаются приколы. Они же не убивают. А, эти не убивают? Не, они только скример дают. Хорошо. Есть у меня кто убивает. Пусть даже скример дает. Во, я хочу, чтоб летал. Как-то... А, это точно не будет никого убивать. Хорошо, вот этот самый жесткий с этого пака. Побежал. Чику одну поставим. Поламатова. Так, уже подписчики начинают умирать. Все, больше не буду ставить. Не, вот а без него. Они сломали в хату. Теперь двери в хату всегда открыты. Так, попробую я как-нибудь продержаться внизу. А, они не они видят двери меня? В хату, пап, сломали. Теперь тут дверей нету. А может кто-то удалил их? Не знаю. Ой, Ярик, смотри, что у меня для тебя есть. На. Смотри, что у меня... Пап, смотри, у меня есть подарок тебе. Ай! Ты меня обманул. Ты знал, что он сзади бежит, и мне ничего не сказал. Давай. Мочи папу специально. А где они бегают? Я просто слышу этот конченый звук, но не вижу. Че ты ржешь? Потому что звук такой. Нормальный звук. Хорошо. О, давайте баррикадировать комнаты, чтобы они не зашли. Блин, тут такие есть эти... Вот, вот они. Давай, пап, залазь по стульям. Опа, опа, он к вам пошел. А его не берет такое. Он мочит всех. Все, мы комнату забаррикадировали. Так, иди к ним, за мной не надо. Вот, а у нас комната еще забаррикадирована, к нам не зайти. Зайдут они мощные очень. А у нас тут этот... А, я вижу, он тут ходит. Аниматроники не зайдут. А, это получается, вы базу строите? Все, мы забаррикадировались. Давай, давай, заглядывай. Давайте откроемся и выйдем на улицу, посмотрим. А их там очень много. Давайте оружку возьмем какую-нибудь. Не, что-то такое не берет. Камеры поставили уже. О, вот у меня есть оружие. А ну отойдите, я их убью.
Ой, я двоих что ли убил случайно? А их не убил? Ну все, я разозлился. Нормально, пацаны, их мочат. Давайте я еще вам поставлю, это мало. Убивайте, убивайте их, убивайте. Фух, меня чуть чикали. А, Фокси, как всегда, лагают. Ё-моё, за мной Фредди бежал. Хорошо, чтобы им было посложнее немножко. Во, вот что мы сделали. Что ты тут понаделал? Я хочу, чтобы все умирали. У меня получилось. Я заспавнился в домике, который другой. А я убегаю. Они двери повыбивали все. Ярик, можно просто в припрыжку убегать, они ничего не могут сделать. Тут двери аниматроники повыбивали. Иди сюда в дом, который напротив пиццерии. Иду. Вот, пап, смотри. Тут двери они повыбивали. Она прям на полу дверь валяется? Да. А, вот, я вижу, да. Не двери повышибали. Надо, Ярик, оружие взять какое-то. О, я знаю, что я буду делать. Это очень жесткое оружие. Во, у меня есть одно оружие. Во. Мое самое любимое оружие. А ну показывай. Вот. Это спал. Ай, блин! Не успел выйти, уже сразу убили. Твои же аниматроники тебя и убивают. Ну, но они будет против всех. Ого, тут столы валяются в углу. Ё-ё-ё-ё. Пацаны, я запускаю оружие, черное очко. А где они? Короче, в бар запущу, там стулья, сейчас будет и все раскидывать. Ого, лагает. Нормально. Так, хорошо, давайте я сложнее сделаю. Вы готовы? Да. Все. Нет, капитан. Вот сейчас будет жестче. Блин, чего они застреют иногда? Надо в другом месте поставить, чтобы их... Не стреляйте пока, пока я всех не поставлю. Все. Армия готова. О, Ярик, воздушный удар взял. Ты сейчас всех так убьешь, и меня тоже. Всех сжег. Все, пацаны, я, короче, баррикадирую фургон, все, это моя база. Как вам против них? Кто-то там в машине расположился. Мало, вот надо больше. Принтрапов. Мне все мало и мало, надо вот так где-то поставить. Во, вот теперь жестко, спрыгиваем. Фига. Ого, тут прям целая гурьба бегает за мной. Ого, их сколько поставил. Что-то, пацаны, вы уже не такие сильные, как раньше. Ай-яй-яй, все-таки убили со спины. Ого. Я их начинаю убивать с помощью минигана. Нормально, вы взрываете здесь все. Короче, вы мочите всех, и своих, и чужих. Да. Правильно, так и должно быть. У нас есть выбор. Слабо, слабо, очень слабо. Сейчас у меня если вылетит, то это будет норм. Пока ничего не вылетает, поэтому норм. Так, я чищу карту. Все живые? Сейчас будет очень жестко. Так что готовы. Летите все на крышу лучше. Будем с крыши начинать. Так, сейчас я поставлю много лимит и поставлю аниматроников. Жестко вот будет. Сейчас не выдержит ни один человек. Только избранный. Голд Фредди очень быстрая. Сейчас, давайте с этой стороны. А чё они зависают? Надеюсь, ни у кого не вылетит, и у меня тоже не вылетит. Ну что, давайте, пацаны, а теперь спрыгивайте. Сейчас я ручку... Я чёрное очко запускаю. Давай. Я спрыгиваю. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Ну не вылетело. Теперь я запускаю. Четко прям в центр. Вот это жесть. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока.